нету монет, что сделаешь, нет. Привет, друзья, я Саша Жучкин. И в одном из своих прошлых проектов я помогал на тот момент бездомному Валерию. И те, кто досмотрел эту историю до конца, знают, что Валерий помирился с мамой и теперь живет вместе с ней. И по вашим многочисленным просьбам в рамках нового шоу «Жизнь на прокачку» я решил навестить своего старого друга и узнать, как у него дела. Этот звонок уже как будто к себе домой звоню, серьезно. Может, Малахову попросить сделать передачу по Валеру? Спит, наверное. А вдруг Валера на Мальдивы уехал? На острова? А что ему, кто-нибудь задонатил у метро 1100? Он такой, почему бы нет? Рванул-ка на острова и бизнес-класс взял. Валера, это мой, привет. Ой, привет. Мы в гости, можно? Да, я знаю, ходите, да. Спасибо. Спал? А? Доброе утро. Ну, прикрывайте дверь, а? Ага, сейчас. Ну что, ребят, я в гостях у Валерия. Покажи Валеру. Всем здравствуйте. Всем привет. Валерий, у меня запустилось новое шоу, оно называется «Жизнь на прокачку». В связи с этим я решил, что стоит вас немножко прокачать еще чуть-чуть. Это в смысле? Я не совсем понимаю, ну, жаргон. Прокачка – это, ну, какая-то помощь или исполнение мечты. В общем, вы очень давно просили показать, как дела у Валеры спустя 2 месяца, поэтому я решил приехать навестить его и привезти Валере вам очень вкусную еду. Поскольку вы дикий фанат сосисок в тесте... Ой, да, страшное дело. Вот, тут, значит, появилась пицца в виде сосисок в тесте. Вот, пожалуйста, это вам. Спасибо огромное вам, Александр. Валерий, что за 2 месяца произошло у вас в жизни? Может быть, что-то поменялось, может быть, нет. Расскажите. Да, в принципе, ничего не поменялось. Все по-старому. Все. Угу. Конечно, жизнь идет, все. Но... Я помню, вы хотели себе чайник. Очень. Вот. И, ну, я думаю, что вот чайник – это та вещь, которая вам пригодится, то, что вы любитель кофе. Да, вот. Да, это отрицать глупо, очевидный факт. Да, вот чайник. Спасибо вам огромное, да, можете, Александр. Можете его открыть. Я думаю, что мы чуть-чуть попозже пойдем и попьем чайку все конечно, вместе. Конечно, конечно. А, электрический. Ой, мне как раз не в чем пельмени было варить. Просто пить из каких-то стаканчиков, которые у вас дома уже. У меня их нету практически. Один только. Да, тем более он один. Я подсуетился и сделал вам крутую фирменную кружку. Вот посмотрите. Ой, спасибо вам огромное. Сбоку. Валера, мы с тобой. Нет монет, я вижу. Да. Это из песни «Монеточки» «Нет монет». Вот. Это такой небольшой прикол. Песни, я, кстати, да. Очень люблю. И мало того, что я их знаю, я, в общем, пианист бывший. Угу. Ну и замечательно. Тогда вы вообще эту кружку можете использовать как и у метро. Нет, что? Вот. Да тем более нет монет. Салявый компас, но спасибо, гран, спасибо. Сахарку, чтоб жизнь послаще была. Ой. Вкусный? Очень вкусный, очень вкусно. А так и вкуснее, и острее главное. Ой. А не очень остро будет? Да нормально, я люблю очень острое. Уважаемые подписчики, сейчас я вам покажу свою комнату. Я прошу, вот она. Ну, здесь я, к сожалению, живу. Ну, вот там балкон. Ну, летом я, естественно, туда выхожу курить, гулять, все такое.
У меня есть два моих любимых кресла. Я на них, в принципе, я сплю на них иногда, но не часто, потому что я боюсь, что они испортятся. Там есть комната, бывшая моя комната. Но я там устроил пожар. Ну, скажем так, выпил лишнего, да, спорить не буду. А вот это моя тачка. Я иногда на ней сдаю бутылки, собираю, там езжу, там тыры-пыры, то все. Вот стол, пожалуйста, я тут вещи храню. Вот и обои мои любимые. Ну, то, что от них осталось, скажем так. Я еще так подумал, что, вероятно, у вас нет нормального одеяла. Ну, к сожалению, вот. Ну, нет, и то, вот это, грубо говоря, подарок. Ага, понятно. Вот, я подумал, что новое одеяло – это всегда классно. Классно. Поэтому, вот, тоже держите, пользуйтесь. Еще раз огромное вам спасибо. Ага. Спасибо. Держите, пользуйтесь. Ну, вот. Мы с вами давно знакомы, уже через многое прошли, поэтому я подумал, как еще можно вас прокачать, чтобы вот, если вдруг вам понадобится моя помощь, вы всегда могли быть со мной на связи. Поэтому я решил купить вам телефон, вот, обычный простой телефон. Вы в любой момент всегда можете мне позвонить и сказать: «Алло, Саша, мне нужна помощь», и я сразу же прибуду. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. А, есть, кодок. Алло. А, очень приятно, как вы видели. Хорошо меня слышно? Да, прекрасно слышно. Александр, прекрасно. Ну что, какая-то помощь сейчас нужна, Валерий? Да нет, спасибо, все. А, пачка сигарет. Всем все. Ну я ладно, понял. Хотя бы. Я понял, хорошо, договорились, сейчас исполним. Угу. Ну, до свидания. Ага. А надо вот сюда нажимать, да? Да, да, можете сброс. Не нажимать, нажмут сброс, да. А как мне узнать мой номер? Звездочка 102 решетка, да, по-моему? Сейчас скажу. Ну, раньше так было. Я же не всю жизнь это самое, да, попрошайничаю, извиняюсь. Я в свое время, ну, не то, что там богатым, нет, ну, достаточно обеспеченным человеком. Я не знал, что такое городской транспорт. Я ездил только на тачке. Когда мясником работал. Валерий, когда вот вы разбогатеете, так, купим вам iPhone. В самый, да, последний момент. Я извиняюсь, мне этого мало. Мне достаточно. Я человек скромный, в общем. Угу. Ну, скажем так. Миллионы уже надоели, так давай эту грязь попивать. Прокачал я вас, Валерий? Да, да, спасибо еще раз огромное, Александр. Вот коробка. Да, спасибо. С ней что хотите делать? Конечно, конечно. Спасибо вам огромное, Александр. Так, Валерий, это вот еще денежка там на чипсы, на, спасибо, на сигареты, огромное, на все спасибо такое. Спасибо вам огромное. Валерий, ну вы помните, да, если что-то, набирайте мой номер. Да, я помню, конечно. Я это назвал так: один звонок, и я помог. Поэтому вам здоровья. Спасибо еще раз. Вот, и не болеть. Спасибо огромное. Ну все, я побежал. До свидания. Ну что, друзья, вы сами все видели. Я рад, что у Валеры все более-менее наладилось, ну а я двигаюсь дальше. Пишите в комментариях то, о чем вы мечтаете, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. С вами был Александр Жучкин, всего доброго.